57 килограмм. На пятом ковре победил Дмитрий Минаков, Московский университет МВД. Вызывается на преподавателя Сергей Пашин, Сибирский юридический институт МВД России, Петр Балакшин, Дальневосточный юридический институт МВД. Готовится на пятый ковер в Москве. Всего готовы Михаил Камбель, утешительный поединок. На ковре номер 3 победил Вячеслав Михайлов, ГУ МВД России по Московской области. Вызывается на третий ковер Денис Магашин, ГУ МВД России по Саратовской области, Андрей Белоусов, ГУ МВД России по Волгоградской области. Готовится на третий ковер Александр Григорьев, Ярослав Киселев. На ковре номер 5 победил Сергей Пашин, Сибирский юридический институт МВД России. Не лезь, не лезь, не лезь, погоди за хвату, не лезь, 5 секунд, не лезь. На пятый ковер вызывается Руслан Сивогородкин, Казанский юридический институт МВД России, Михаил Копырин, Белгородский юридический институт. Готовится на пятый ковер, весовая категория до 100 килограммов, а Руслан Петр Святский, Никита Щенков. На первом